Приветствую вас. Да, действительно, Россия нанесла, к сожалению, очень сильный удар по нашей энергетической системе. Очень сильный. Но наши ребята молодцы, что называется, днем и ночью восстанавливают то, что разрушили российские ракеты. Нет, действительно молодцы, ребята. Я понимаю, что и свет отключает, я понимаю, что некоторые недовольны. Но то, что они делают, ну, поэтому действительно, ни запчастей, ни это, и быстро ремонтируют, делают. Ну, просто, скажем так, отнеситесь к ним с пониманием. Чтобы это все проремонтировать, что разрушили российские ракеты, это не так просто. Но делают. Но смотрите, какая ситуация. Значит, страны Большой Семерки, Джасим, провели совещание и подготовили пакет помощи Украине, чтобы пережить зиму. Так что вы не переживайте. Не переживайте. Значит, что входит в этот пакет? Зачем? Значит, Украине будут предоставлены обогреватели, койки, одеяло, палатки. Не, я не шучу. Они просто издевались. Но понимаете, к сожалению, эти ребята хорошие, но вредные. Они стебутся. Они же просто понимают, ну зачем нам палатки? Так вам здание с вашим обогревателем. По большому счету, нам нужно как бы энергетическое оборудование, чтобы, ну, промонтировать. Нам нужны, естественно, что? Ну, танки, чтобы начать наступление. Противовоздушная оборона. Нам немножко другое надо. Понимаете, они к нам относятся приблизительно как к Африке. Мы дадим одеяло. Ну и что? Мы вам дадим палатки. Вы что, ненормально? Да, но к сожалению это есть. Нет, я говорю, они неплохие ребята. Но они, как вам так сказать, они больше заиграли в политику. По этой причине заявление, мы поможем, мы сделаем. Ну, короче, сумма помощи, ребята, даже называть нечего. Это не деньги, это издевательство. То есть сумма помощи, ну, которая будет предоставлена Украине, это вообще это крупнейшие страны мира, на зимний период, 22 миллиона евро. Ребята, это не деньги, это жалкие копейки. Ну, за эти деньги что-то. Так что, пошли мы подальше. На! Наши ребята, которые ремонтируют систему, поремонтируют. То есть, понимаете, какая ситуация? С одной стороны, вот эта вот война, это хорошая проверка на вшивость. Проверка показала. Все эти пацаны, которые там, ни на что не годятся. Но наши ребята, не, действительно промонтируют. Несмотря на все вот эти, промонтируют так, что не замерз. Ну, а эти пускай свои одеяла делят. Юмористы. Юмористы. Не, ну поймите, они такие по жизни. Но, не забудьте поставить лайки. Ну, на моем, так сказать. Не забудьте поставить дизлайки. Подписаться. Стать спонсором. Ну, и вообще написать комментарии по поводу. Что ж вы думаете? Так вам одеяло надо или нет? Вы там заказываете, если что.